Рекомендую вам канал МР Рогальский, который зародился совсем недавно. Канал молодой, но перед собой ставит далеко идущие задачи. На нем разговор пойдет о каллиграфии, об идеях, экспериментах в каллиграфии, о том, чем и на чем пишут и рисуют. Ссылочки в описании. Подписывайтесь, наслаждайтесь каллиграфией. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас на канале очередная ручка. Ручка уже у нас такого типа была. Сегодня ручка Picasso Art Collection. Пришла она вот в такой вот упаковочке. Очень красивой. Можете посмотреть. Все заводское. Компания Shanghai Pafolio Stationery и компания — это дочернее предприятие компании America Picasso Innovation, которая образовалась в 1998 году. А в 2002 году она образовала вот такое дочернее предприятие, которое находится в Шанхае. В Шанхае это предприятие получило большую известность. Компания Shanghai Pafolio Stationery и компания на данный момент производит около миллионы наименований ручек и других пишущих инструментов, используют самые современные технологии. Поэтому очень популярна в Китае. И мы сегодня рассматриваем ручку, которая принадлежит к так называемой Art Collection. Все здесь в наклейках, все здесь фирменное. Правда, тут на китайском написано, не знаем, что они пишут. В коробочке такой, еще одна коробочка на магнитной защелочке. Вот открываем. Здесь находится, видимо, гарантия. Здесь находятся инструкции, правда, на китайском языке. Вот. Но, тем не менее, у меня тут есть и английский язык. Рассказывается, что можно делать, что делать нельзя. В общем, кто приобретет эту ручку, почитает и поймет, что мы делали правильно, что мы делали неправильно. И вот в такой вот упаковочке это ручка Picasso, модель 916. Я взял красного цвета, но есть цвет белый, красный, зеленый, черный и оранжевый. Так, коробочку тоже в сторонку, чтобы она нам не мешала. Посылка шла 20 дней. Стоимость этой ручки 764 рубля 25 копеек на данный момент. Ручка сделана из металла. Ну и тут пластиковые есть вкрапления. Как колпачок сделан из металла. Вот. Также сделано из металла и основное тело ручки. Вот вы сами даже видите. Как основное тело, так и вот держатель тоже сделан из металла. На держателе написано Picasso. Перо, как пишет китаец, иридистое золото, как обычно. Толщина шарика 0,5 мм. На пере фирменный, опять же, логотип Picasso. И гравировка, то, что эта ручка принадлежит к Art Collection. На основании пера мы видим, что это перо, проба 22K GP. Механизм для набора чернил стандартный, совершенно. Ничего там особенного в нем нету. Тоже написано Picasso нанесено. Снимается очень легко. Калибр, в общем-то, стандартный для стандартного картриджа. Вот такой картридж совершенно спокойно подходит. И мы его будем использовать. Еще раз повторю, что ручка сделана очень качественно. Посмотрим, как она будет писать.
впечатление о ручке, о написании. Пишет очень мягко. Это впечатление. Пишет очень мягко. Но перо, судя по всему, все-таки шире, чем 0,5 мм. Или это настоящее 0,5 мм, а те, которые были у меня раньше, они были не 0,5 мм. Но, по крайней мере, оно достаточно шире, чем были вот у меня ручки до этого на обзорах. Мягкость очень приятная. Практически не нажимая на ручку, можно добиться толщины линии. Но перо все-таки не такое прям жестковое, ну, не такое прям мягкое, вот как для каллиграфии используют. Это перо такое, что-то среднее. Но, тем не менее, пишется очень легко и очень приятно. Что еще сказать про эту ручку? Ручка удобна в написании. Единственное, меня смущает, это металлический держатель. Потому что при долгом письме все-таки пальцы будут, наверное, болеть. А что я вам еще не сказал про эту ручку? То, что она у нас весом 27,2 грамма, длина 136,7 миллиметра. И диаметром это 12,3 миллиметра. Вот, собственно, все об этой ручке. Ручка приятная, качественная, красиво упакованная. По цене, я думаю, средней такой дороговизны по сравнению с китайскими ручками, естественно. Любителям рекомендую. Очень хорошо пишет. Не знаю, мне понравилось. Единственное, что, конечно, жирновато по мне, но это не говорит, что о том, что это плохо. На самом деле, может быть, это даже и хорошо. Вот. То есть Пикассо держит марку. Ручки мне понравились. Будем заказывать, будем смотреть на дальнейшее развитие этих ручек. На этом все. Всем спасибо. Спасибо за просмотр. Задавайте вопросы. До свидания. До новых встреч.